Здравствуйте! Сегодня я поделюсь с вами рецептом овсяного печенья. Здесь нет муки, только овсяные хлопья. Ставьте этому видео лайк, подписывайтесь на канал и начинаем! Нам понадобятся овсяные хлопья. Общее количество хлопьев я делю напополам и одну часть перемалываю. Сахар, масло, яйца и мед. Очень важно, чтобы хлопья были не быстрого приготовления, а те, которые нужно варить. Точное количество ингредиентов вы увидите в описании под видео. В масло добавляем немного соли, сахар, мед и хорошо перетираем лопаткой. Хорошо взбиваем миксером, чтобы масло побелело. Вводим яйца и взбиваем все до кремообразного состояния. Понемногу начинаем добавлять ту часть овсяных хлопьев, которую мы перемололи. Затем добавляем оставшиеся крупные хлопья. Можно домесить все лопаткой. На подготовленный противень выкладываем шарики. Я их делаю вручную. В заранее разогретую духовку ставим наше печенье. Я ставлю в середину духовки. А вот так вот выглядит печенье с добавлением вяленой вишни. Вишню я вялю сама. Кому интересно, ссылка под видео. А здесь вы видите печенье без наполнителя, только из овсяных хлопьев. В печенье я стараюсь не использовать соду и разрыхлители. Храню в стеклянной банке с плотной крышкой. Ставьте лайки, делитесь в комментариях вашими рецептами, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. С вами была Таня Малер и канал Life. До новых встреч!